всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Смотрите, давайте я лучше в эту сторону повернусь. Здесь красиво. А если повернуться вот так, здесь очень некрасиво. А тут красота. Возле Национальной оперы Украины. Сейчас бегу быстро в H&M. Там у меня есть немножечко должок. Я показывала хорошую рубашку из мужского отдела и не указала артикул. Девушки интересовались, и меня она интересует, эта рубашка. И хочу посмотреть коллекцию. Там много базовых вещей. Посмотреть, что есть. Хочу много успеть сегодня. Также планировали с подругой вечером заехать на Ukrainian Fashion Week. Но я не знаю, насколько у нас получится сегодня. Если сегодня нет, то тогда завтра. Вот, сейчас выпью свой кофе. И буду направляться в H&M. Включаемся. Милые девушки, подписывайтесь на мой инстаграм, я ссылку оставлю внизу, я там часто выкладываю то, что не могу выложить на YouTube, но я особенно не спамлю, в общем, такая тоже там приятная атмосфера. Итак, давайте начнем с H&M. Был удачный день, классный улов, много крутых находок. Здесь я вам показываю такое, ну вообще я брала как платье, но я думаю, что это больше туника, да, допустим, на пляж можно носить. Они есть в разных цветовых решениях. Из такой ткани 50% вискоза и 43% переработанный полиэстер. Много различных изделий в H&M. На мне размер XS. Цена 649 гривен, это 20 евро. Понравилась мне такая ткань, присмотрелась я на третье посещение мое H&M. В общем, платьечко мне это очень понравилось. Дальше я нашла крутое пальто, и оно мне очень понравилось, запало в душу, сейчас покажу в таком, знаете, вот для меня оно в неком таком японском стиле, с разрезами, огромными карманами, пояс, широкие рукава, нормальная длина рукава и, конечно же, черное. Здесь я показываю, каким образом оно выглядит внутри. Оно в таком халатном стиле, довольно свободное. У меня, кстати, очень маленький размер, размер XS. Я его увидела, схватила, но на самом деле есть размеры какие угодно. Ну, я визуально посмотрела, что XS на меня должно сесть. Цена 1999 гривен, это 60 евро. Что касается состава, состав, конечно, не очень. Вот здесь я показываю ткань. У меня есть такое ощущение, что, возможно, на ткань все будет цепляться. Вот посмотрите. 53% полиэстер, это то, что касается верха, и внутри 100% переработанный полиэстер. Оно не теплое, это вот на раннюю-раннюю осень такое пальтишко, больше, как, конечно, декоративное, но силуэт очень-очень красивый. Далее хочу показать вам вот такой вот базовый жакет. Как раз я делала предпоследнее видео 10 вещей на осень для базового гардероба, для умного. Вот этот жакет в таком исполнении отлично подойдет. У него прекрасная цена, 40 евро, в гривнах это 1299 гривен. На мне размер S-ка. Ну, что касается состава, верх 67% полиэстер и внутри подклад 100% переработанный полиэстер. Прекрасный цвет, отлично сочетается со многими вещами. Здесь можно нормально подкатить, закатить рукава. И если оставить их так, как есть, хорошая длина рукава. Он не замудренный, такой вот в мужском стиле, как с мужского плеча. Мне очень понравился, особенно крой и цвет, очень-очень благородный. Конечно, когда с черными вещами, то он не смотрится достаточно насыщенным. Я бы сказала, что это больше серо-черный оттенок, но все равно он просто прекрасный. Я вам рекомендую. Далее будет образ не совсем в моей стилистике, но при посещении магазина я опиралась на разные вкусы, на разных зрителей. И из всего ассортимента выбирала самое-самое лучшее, что было. Вот такая вот футболка, на мне размер S, цена 15 евро, это 449 гривен, лен натуральный. Дальше кардиган на пуговицах, вы видите, пуговицы такие прям как камни Сваровски. 20 евро, 649 гривен, размер S, не могу сказать, что она очень приятная к телу. Дальше в брюки я влезла в 38 размер. Их цена также 20 евро, это 649 гривен, но
мне кажется, нужно было бы взять размер 40. В общем, такой получился образ. Брюки возможно включить в базу, в осенние. У них прекрасная длина, хорошо садятся по фигуре, особенно на девушек, у которых большая разница в талии и в бедрах. Да, такие вот округлые бедра у кого. В поясе все-все прекрасно садятся, подойдут для офиса на каждый день, куда угодно. И с бежевым гольфом, наверное, смотрелось бы намного лучше. Далее к этим же брюкам я попробовала вот такую кофту. Конечно, она не на каждый день, но она подойдет для мамочек, для прогулок с детьми, на холода, просто носить дома, чтобы было комфортно и уютно. Она прикольная. На кнопках, с воротником, горло закрыто обязательно. Вот если вы также страдаете с горлом, только немножко похолодало, уже я немного простыла, чтобы горло всегда было защищено. Ну или, я не знаю, возможно, кто-то собирается на горнолыжный курорт. Такая должна быть в гардеробе, наверное, максимально комфортная и удобная. Кофта-спасатель. Дальше хотела бы показать вам вот такой костюм, вернее, как костюм, брюки и кардиган можно купить отдельно, но мне понравилось вот как костюмчик. Правда, немного странненькие брюки, на мне размер S-ка, хорошо длина, но в поясе и вот в бедрах они мне великоваты, других размеров в зале не было. Состав 60% полиэстер, что брюки, что кардиган, из-за этого немного кололся, откровенно говоря. Брюки стоят 20 евро, это 549 гривен. И что касается кардигана, размер огромный на мне, L-ка. В зале были только XL, то есть меньше не было. Цена 849 гривен, это 30 евро. Но все в нем прекрасно, и цвет, и, возможно, можно было размеры бы подгадать. Но он немножко колется, девочки, не знаю. Конечно, со временем привыкаешь, но как-то некомфортно. Такой костюм все-таки хочется, чтобы он был комфортный для домашней какой-то прогулки с собакой, с детьми. А дальше здесь такой комплект покажу. Брюки и рубашку. Когда брала в примерочную, я, честно говоря, посмеивалась с этого набора, но мне он очень понравился. Для прогулок вот с детьми, куда-то для путешествий, это прекрасный вариант. И плюс мне подходит очень расцветка. Вот такой вот синий цвет, и рукава прекрасные, в общем, и комфортная к телу ткань. Вот здесь все звезды, так сказать, сошлись. Что касается рубашки, это размер S-ка, цена 799 гривен, это 25 евро. И брюки 899 гривен, это 30 евро, размер M-ка. Забыла сфотографировать состав, но по ощущениям это все лен, поэтому как бы цена немножко выше. Блузку эту взяла в примерочную, уже в самом конце ее примеряла. Честно говоря, неохота было надевать после всех примеренных вещей. Вообще хороший был улов, я не ожидала. Если вам нравится видео, поставьте, пожалуйста, лайки, пишите ваши комментарии по поводу качества H&M, какие модели повторяются. Особенно меня интересуют пальто и вот такие вот базовые вещи. Но блузка неплохая. Она очень приятная к телу, расцветка тоже приятная, такая девочковая. В этот раз были вещи с принтом. То есть обычно все очень такое однотонное, но в этот раз была хорошая-хорошая коллекция. Далее хочу быстро пробежаться по осенней обуви, хотя есть вот такие вот очень смелые модели. Цена 20 евро, это 649 гривен, есть все размеры. Они довольно приятные, тяжелые, но это, как бы, скажем так, для молодежи. Есть немножко модель в другом исполнении, с золотой фурнитурой. Ее цена 799 гривен, это 25 евро. Такие, скажем, меховые босоножки. Дальше ботинки, которые подойдут больше для базового гардероба. Их цена 1129 гривен, это 35 евро. Я показываю здесь детально саму подошву, они довольно громоздкие, тяжелые, по поводу удобства ничего не скажу, но, по крайней мере, они подойдут больше, чем эти меховые босоножки, под большую часть гардероба, одежды, защитят от ветра, дождя. Далее, вот такого плана обувь, их цена 899 гривен, это 30 евро, они довольно тяжелые, подойдут девочкам в школу, вот как раз back to school, здесь я пробовала, насколько они жесткие, более или менее
приемлемые. Далее вот такие рыжие полусапожки, цена 1129, это 35 евро, но мне они не понравились, не знаю, ни замш, ни пойми что. А есть вот такие сапожки повыше, они немного дороже, 1299 гривен, это 40 евро, но, честно говоря, обувь вся очень тяжелая, грубая. Я не могу быть, конечно, уверена, но у меня такое ощущение, что ноги можно стереть в кровь. Я не уверена, только мое предположение, как бы, смотрите сами. А вот такие белые ботинки на шнуровке, их цена 1129 гривен, это 35 евро. Немного странноватая у них форма, мне кажется, они не совсем плотно сидят по ноге, и внутри полностью текстиль. Ноге будет некомфортно. Далее неплохие туфельки вот такие мне попались, у них приятный цвет, неплохая текстура, их цена 799 гривен, это 25 евро. Они есть и в других цветовых решениях. Удобный каблучок небольшой, интересный мыс, декольте, я имею в виду вырез, и дальше такие более, скажем, на каждый день обувь. 30 евро цена, 899 гривен, но они такие, скажем, дубовые. Мне кажется, вообще неудобные. Далее хочу показать сумки. Ну, такие они трендовые, разная фурнитура. 35 евро в гривнах, 1129 гривен. Очень мягкие, много делений на замках. Вместительный, мягкая такая сумка-подушка в черном и в таком нюдовом цвете. И, соответственно, разная фурнитура, золото и серебро, кому что ближе. Легенький, для плеча тяжело не будет. Далее более такая имеющая жесткую форму, структурированная сумочка. Сюда поместится телефон. Очень маленькая, ее цена 799 гривен, это 25 евро. Вот она мне понравилась, показалась симпатичной. Далее большой выбор ремней, но уже цены сравнивать, показывать я не буду. Здесь просто ремней полным-полно. Можно что-то выбрать в любом случае. Такие вот презентации в магазине, все в нейтральных оттенках. Итак, девушки, хочу еще успеть забежать быстро в Марк энд Спенсер. Со мной уже едет Ирина, поедем вместе на Ukrainian Fashion Week. Ну и как обычно, блукаю даже в торговом центре. Хочу вам рассказать быструю историю. Недавно тоже шла снимать шопинг-влог. Думала, срежу путь. Срезала и заблудилась. В общем, пока я заблудилась, выхожу, смотрю, синагога, центральная синагога. Думаю, о! Может быть, я не зря заблудилась, возможно, это судьба. В общем, шутки шутками, бегу быстренько, сниму для вас Marks & Spencer. Мне кажется, там тоже могут быть интересные вещи, в H&M вообще крутые находки, крутые вещи. Я прям в раздумьях, я не знаю, может пойти докупить всего в H&M вместо этой юбки на ножке. Ну, короче, ладно, я еще, вы же знаете, долго созреваю, бегаю, снимаю, вкусы меняются, в общем, взрыв у меня, какой-то большой взрыв эмоций и всего. Я надеюсь, вам блог понравится очень. Итак, девушки, далее уже другой магазин. Это Marks & Spencer. И здесь, конечно же, немного другой ценовой уровень. Но я не могу сказать, что сверхвысокий. Нет, немножко дороже, но здесь и другие составы тканей. Итак, здесь хочу предоставить вашему вниманию тренч. На мне 12 размер, и это единственная вещь в размере 12, то есть это европейский 40, который я брала в примерочную. Ну, визуально я глянула, все-таки это верхняя одежда, туда необходимо подойти какой-то гольф, свитерок, поэтому 12-й. В плечах хорошо, длина рукава хорошо, но сразу скажу свое но. Длина тренча, он очень короткий. То есть я не знаю, что происходит с модой в этом сезоне. Как мы видели по предыдущему влогу Макс Мара, короткие рукава. Такое ощущение, что, я не знаю, послевоенное время все экономят ткань на рукавах и на длине изделия. Это тренч носить только с брюками, если вы пододенете платье, либо юбку, она будет торчать, и это будет некрасиво. Поэтому смотрите, если такой нюанс вас устраивает. Что касается технологий, да, на бирке написано, что есть какие-то технологии, я думаю, что защитит 100% этот тренч от сильного ветра и от легкого дождика. Не уверена, что прям если в ливень попадете, он защитит, но от дождика 100% легенького.
Цена 3599 гривен, и это 113 евро. Красивый цвет, оно есть еще в таком грязно-голубом оттенке. Далее, что касается вот этой кофточки, мне понравилась расцветка, бежевый с черным. Цена 1399 гривен, это 44 евро. Страна-производитель Бангладеш. Написано состав изделия, что это льняная смесь, размер десятка, это 38 размер. Неплохая, такая женственная, очень-очень женственная, девочковая, интересненькая. Тут я хочу показать вам юбку. Если вы смотрели мой последний шопинг-влог из ЦУМа, я показывала юбку от Нанушки, и дизайн у них идентичен. Конечно же, внутри она отличается. Здесь я показываю, каким образом она выглядит внутри. Аналогично застегивается на пуговицу сбоку на завязке. Ткань очень тянется, практически в два раза становится больше. Цена юбки 2599 гривен, это 81 евро. Я не могу сказать, что супер какая-то она дешевая, но, по крайней мере, она в 4,5 раза дешевле, чем Нанушка. Но виднеется белье. Обратите внимание, здесь я специально показываю. Полностью видно, что пододето вниз. Размерная мне восьмерка, потому что они довольно полноразмерные. Далее я сочетала эту юбку с темно-синим поло. Возможно, слишком банальное сочетание, но ассортимент скудноват, поэтому брала самое лучшее, что было в магазине. Что касается пола, размер десятка, это на наш 38-й. Цена 999 гривен, это 31 евро. И в состав входит вискоза. Она очень приятная к телу, красивый насыщенный цвет. Я даже из сумки достала помаду и накрасила губы, чтобы был такой вот красивый контраст. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Неплохое сочетание, но цветовая гамма не моя полностью. Далее платье. Оно на самом деле травянисто-зеленого цвета. Камера почему-то не передает красоту изделия. Что касается состава платья, изделия, если дословно переводить с родной этикетки, это устойчивая вискоза, оно довольно приятное, дарит ощущение прохлады, и на жару, мне кажется, будет самое то. Размер у меня десятка, я угадала с размером, оно хорошо село по фигуре, в плечах, ну и вообще полностью это мой размер десятка. Что касается цены, 2999 гривен стоит, это 94 евро, довольно высокий ценовой уровень, как бы за эти деньги можно, конечно, повыбирать платье. Взяла его в примерочную из-за расцветки и из-за кроя. Мне нравятся вот такие вот объемные, красивые, воздушные рукава, и далее оно прилегает полностью по фигуре и идет с поясом. Очень интересная модель. Так, милые девушки, таким получилось видео. Я надеюсь, что вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Все, прыгаю к Ирине в машину и едем по делам. А вон и Ирина. Всем пока-пока. Что, да?